Такая конструкция издревле используется людьми. А сегодня на вертолете через Ахштырское ущелье был переброшен первый технологический трос. Больше авиационной работы не понадобится. Все оборудование будут подтягивать по тросу с помощью лебедки. На завершающий этап и тестирование уйдет около месяца. Зиплайн станет частью кольцевого маршрута в скайпарке. Теперь после перехода подвесного пешеходного моста не обязательно идти по нему обратно. Вернуться можно будет в полете с одного края ущелья на другое. Длина полета 700 метров, скорость 50 км в час. Всего будет подвешено 3 независимых троса. Открытие зиплайна запланировано на начало весны.